Главная коммунальная интрига года раскрыта. Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома, который предстоит платить каждому, известен. Сумма взноса определена, она рассчитана, вернее, но не утверждена. Градация сделана до 5 этажей включительно дома и дома от 5 и выше. Там 5,07 и 5,84. Так вот пока ориентировочно. Таким образом, жильцы 5 этажек каждый месяц станут платить 5 рублей 7 копеек за квадратный метр общей площади квартиры. В многоэтажке на 77 копеек больше. Эксперты ТЭРы считают, что если в ноябре эти цифры обретут силу закона, то новая строка появится уже в мартовских квитанциях. Она их существенно утяжелит. К примеру, владелец двухкомнатной хрущевки с весны начнет платить на 300 рублей в месяц больше, а владелец двушки улучшенной планировки почти на 400. Проект программы, который, скажем так, обязанность по формированию которого возложена на органы местного самоуправления, мы в ноябре месяце сдадим в министерство. При этом в муниципалитетах еще не определились, какие дома следует ремонтировать в первую очередь. Программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет. За это время в губернии планируется привести в порядок 24 000 многоквартирных домов.